Доброго всем времени суток, с вами Тексер, клан Фолкс, ну я так думаю, идет к финалу, потому что скоро мелкие появятся, я так думаю. Разрад, правда, пишет, что они добавят сюда всяких конокрадов, коней-то еще нет, откуда конокрады, воровство, призыв в армию, тут еще чего-то, в общем, кучу всякого добавят, чистые шерсты есть все уже. Заросли чертополоха. Истина шотландская, но а этого сорняка тут пока нету. Да и не будет, потому что я карту не переерегенил. Тут осталось 7 исследований, в общем-то. Все через шерсть. Все через шерсть. Ну, как только будет шерсть, так все и будет. Так, максималочка скорость. Что у нас там? Торгаши. Живность такая в очереди пошла на улицу. А, торгаши и ночлежники. Ночлежник у нас Симон. Гость. Симонне и Симон. Симонне это женщина, я так понимаю. А Симон пашет. Но Симон пока ни с кем тут не подружит. Кир-то валяется. Оброс бородой и валяется. Наглая рожа. Ладно. Ну, тут строительство идет крыши. Да, мне написали, что это планировалось душевая, а я там спальню сделал. Ну, да, не без этого. Есть такое. Ладно, вот душевая будет. А это спальня. Спальни нужны. Довольно быстро тут все фигачат. Ну, понятное дело, пока крышу не закончат, я этот коридор не открою, в смысле, двери не сниму. А, здесь можно было бы пытаться в конце печку поставить. Но тогда будет темно. Хотя тут так темно. Ну, единственное окно перекроется просто. Ладно, я тут печки поставлю. Душевая занавеска отделенная, то есть если ставлю там печку, то она греет всю округу. Но греть надо прям тут хорошо. Согласен. Так что может тут придется что-то ставить. Или даже тут. А что, корзинку отодвинулась, да? Нормально. Ну да, или окно убрать и поставить в торце камин. Тоже хорошая вещь. А давайте так и сделаем. Окно. Бдыщ. Горшок с дерьмом в коридоре стоит. Так, кошка короля тащит. Королей этих тут вообще. Кого припахать, что называется. Так, ты еще не надумал? Не надумал. Ать, ты. А, они еще идут, хорошо. Там просто торгаши идут. Два штука прибывают. И мы что-нибудь купим. Хотя руды у меня валом, я бы руды еще купил. Руда, всегда. Погодите, он спрятался и стоит, вот зараза. Так, ты мне вереска принес, камней, торфа. Не уверен. А, курицы пока не престарелые, петушар пока не престарелый, но ему подрастающее поколение там поджимает. Эх. Тогда я курятину одну продам. Бревен самого мало, хворост не дам. 31 не дам. Бяшек не дам. Кожаные штаны. Ну, кожаными штанами сам пользуюсь. Все, мужик свободен. Что такое? Торговец ожидает. А, понял. Это Симона уходит. Элизабет уходит. Симона уходит. А что, у меня Элизабет тут где-то была? Ну ладно, что-то не. А, это торгаш. Элизабет. Все, понял. А, Хрюндель. Свиноматка, свинопапка. А, берем хрюнделя. Что-то у нас купить хочешь? Вот травы бы кто купил. 566 у меня. Ну, мне столько, наверное, не надо. 7 клина. 300. Вот так вот даже продам. А, сено. Обломись. Сено самому нужно. Только льна. Не-не-не-не-не. Длинной. Вы чесучий взяли. Кожа. Ну, давай кожу попродаем. Кожи у нас нам довольно много. Стоп, по рублю, что ли? А, не, не по рублю. По 8. Тогда ладно.
Так, каменные блоки. Ну, я их из них сейчас строю. Мешки, фигу. Уголь. Во, камни, да. Все взял. Все, уноси. Богатеет клан. Так, свиняку взяли. Свиняку взяли, у меня рук не хватает. Собирательство, да. Рабочий, давай дозревает уже. Нет у тебя мыслей там. Потенциально, да, потенциально он за рынок. Но это потенциально, а практически ни хрена не предпринимает. Зараза. Так, ладно. Предметы. Предметы мне отопление. Отопление это камин. Искрит. Ну, мне кажется, до окна не долетит, так что нормально. Так, камин. Давайте тут. Тут. Камин. Там надо бодеечку с водой вам поставить. Могилку вам там поставить, да. Так, ну, во-первых, настенный факел. Потому что тут темно. Бодеечка с водой, да. Может, две? У нас тут нравы простые. Давайте две. Посмотрим, как пойдет. Что еще в мойке поставить? Да ничего не надо. Это нормально. А, светильники надо повесить, кстати. Кстати, светильники. Я надеюсь, она на дверь не перейдет. Вот тут может быть в конце камин, кстати. Во, и не замерзнем. Вообще красота. Единственное, что у меня в комнатах нет светильников, потому что кровать очень близко. Так, ну что, все хорошо. Жранина на 4 дня почему-то только, я не знаю почему. Хотя тут мясо валом, 28 мяса. Грибов просто гора. Почему вот жранины так мало, я не понял. Ну да ладно. Так. Голда. Мимо, мимо, мимо. Все, мимо. Крафтить, крафтить, крафтить. Что я могу сказать? Ну что, ты не дозрел? Иди уж сватайся. Вот он еще не решается посвататься. Так, я пока бадью не убираю. А, слушайте, бадью-то можно одну, это, тогося. Я эту перенесу. Маккира плещется в ванной, да-да-да. А бадику поставили, молодцы. Железо плавится, ну процесс прямо идет. Все бегают. Все хорошо. Болотной руды нету, ну. Ничего не попишешь. Камни в жопе мира лежат. Вот, до них не очень добраться. Но тут опять-таки тоже. Так, ягоды, ягоды. Ити-ти-ти-ти. О, ягоды. Да вот так. Где еще кусты? У меня где-то тут прям кустовая полянка была вот такая вот. Вот. Да. Пень. Выкручивать пень. Собрать грибы. Грибобаса надо собирать. Ну что-то тут немного. Не повылазили. Так. Вот тут грибной лес, я верю. О, тут вообще склад. Все. Собирайте грибы, это полезно. Нужно больше народу. Так, чё коты фигнёй страдают? Я не понял, где мои коты? Три кота есть. Где коты? Мышь по дому ходит. Так, ну тут работают со шкурами, все такое, все нормально. Тут странная стройка.
Не пойми куда, не пойми, чего делают. Ну, еще 5 комнат. То есть я всех своих расселю. 1, 2, 3. 8 человек я могу расселить. У меня человек. Кстати, 8, но одни составляют пару, они вместе дрыхнут. То есть, в принципе, еще одного человека, и у меня будет 8 тут семейных пар. А вот это будет для гостей. Хотя я бы тут еще какой-нибудь бомжатник построил. В одной из комнат. Молодежь там селить. Ибо нефиг. Так, сбор ягод, я надеюсь, идет. Ты куда бежишь? Ты что там забыло? Так, ты что здесь косить? Трава, что желтая? О, кот дохлый. Домашний кот. Прирученный труп. Прирученный труп. Звучит. Офигеть. Ладно. Так, ну там сбор идет нормально. Ну, просто грибочки-то пойдут. Так. Змей у нас фермер. Змей прям тут хреначит. По КД. Поля обихаживает. Молодец. Вереск мы сажаем. Почему косить траву? Ладно, неважно. Вереск мы сажаем. Так, не спрашивайте меня, как он их поливает. А, нет, кувшин был. Кувшин был, да. Чё тут лежит? Ведро с молоком? Нежданно. Это что у нас? Поддон для кувшинов. А, то есть поддон для кувшинов надо где-то захренать. Только ванну отсюда уберу, будет поддон для кувшинов. А слушайте, лето. Мойтесь под открытым небом. Вот так. А то, видишь, они в помещении моются. Пошли нафиг. Охапка белья. Меховое. Мешковина. Вот я мешковину бы куда-нибудь выкинул. От нее чешутся. Как тут написано. Все хорошо, только чешется. Ну что, кто к нам еще в гости? Работяга? Не хочешь, да? Но он не шибко веселый, поэтому, может, поэтому. Так, кот принес кого? Мыша? Мыша. Ну вот, работает кот. Но коты работают где-то не пойми где, они где-то на улице работают. Да, и вот тут никто у нас... Порядок не наводит. Вроде настроено 10, да? Важность. Ну да, я понимаю, не у всего настроено, но настроено. Но тем не менее, никто. Я просто даже не знаю, уход... Шерсть. Уход за этим всем, он как работает? Это как, какой навык за уход отвечает? Понятно, что все шуршат, как электровеники. Но что я должен назначить, чтобы ухаживали за животными? Ворчливый опыт. Кто ворчливый? А, ну это фигово, да, в смысле. Охота. Сбор урожая. Починка. Починка может. Слушай, Симон ворчливый на все. Врач. Может, земледелие. Давай земледелие ему поднимем. Может, он за животными-то будет следить. Что-то еще починку давайте я ему апну. Вот сюда. Давай. Я вообще не вижу, где Симон шляется. А, он что-то тащит. Родился ребенок курица. Здорово. А ребенком курица можно навести порядок-то там? В логове. И коврик вытоптался. Все по сортирам. Молодцы. Так. Что там у вас? Чего вы все в кучу-то собрались? И умываться после этого пошли. Вы чем там занимались?
Смотрите, никто же ночью не занимается. Беда, Хрюндель стоит, у него кровати нет. Ты что делаешь там? Признайся. Чистоту наводишь? Ну, подметает, да, судьба. Шур-шур-шур. Подметает. А соломы нет. Давайте соломы впрямую соберу. Хоть сколько там. А, из-за этого, скорее всего, еда. Так, солома. Воспроизводство. Здесь автопроизводство есть. Солома светится в очереди. Так, кшаки домой вернулись? Нет, не вернулись. Кшаки ночные животные, кшаки бродят, не знаю, где он там буянит. О, бяшка из кровати мучается. Ну чё, рабочий? Нет. Максимум довольства нету. Довольство. Довольство максимум есть, но у него растет довольство. Чё не так-то? Лето. Ладно. Он продолжает на нас работать. Денег много. Чё делаешь? Поддерживает огонь. Я думал, мерзнет. Ну ладно. Слушай, никто не занимается этим крафтом. О, а уже ванны моются. Молодцы. Хиро пошел охотиться. Нет, ремонтировать. Измите, он же сам занимается. Вы чего хором ходите, ремонтируете? Идите в курятник ремонтируете. Вот. Сразу двое приперлись. Чем занялись? Насквозь прошли? Молодцы. Довольный такой ходит. Ай, хорошо. Правильно. Хворост. Ну, веток что-то у нас тут не густо веточек-то. Ускоримся. Ну, конечно, все ударились по ягодам, по всему такому. Ягод, кстати, нет. Никто в курятник не заходит, никто не крафтит. Погоди, а я могу принудительно послать? Хрен там. Строительство. Ремесло. У Флоренс ремесло. Но как-то их ремесло не туда направлено. А, вон 25 соломы. Из соломы что там? Веревки делать кинулись. Молодцы. Курятин точно никто не хочет снабдить ничем? Что такое? Рабочий желает присоединиться. А ты... Вот ты какое. Так. Это уходящий. Все, нашли Алинки жениха. Маклауд будет стойким. Буду. Так. Ну вот, настало больше. И мы экономим деньги, потому что он даром работает. Отлично. Товарищ Симон. А, ну ты тем самым будешь заниматься что? Чем занимался, тем занимайся. Флоренс там солому хреначит просто напропалую. Все, сейчас животных это обеспечим жильем. Так, ко мне идут торговцы, отлично. А, нет, вот, понес. Вот другое дело. Кристин. А, это торгош. Торгаш. Торгош. Торгош, как наркош звучит. Так, купишь ты у нас залом. Залом мы сами изводим. Ветки ты у нас купишь. Черта с два тебе. Бревна не дам. Сыра у меня нету. Масла у меня нету. Копченой рыбы у меня почему-то нету. Но это ты большими пачками. Так, курицыны.
Ну да, мелкого петуха продам, нормально. Так, уходи. Следующий. Ну вот, стало больше народу, оно как-то зашевелилось все. Ну, где второй торговец-то? Клан плюс один. Ну, ладно. Где-то оно ходит. Ну, он где-то ходит, но все еще ходит. А это трава? Ладно, пускай жрут, не буду трогать. А это, смотри, всю траву выкосили, эти живности. Пришел, да, торгаш. А, связку овса, извиняюсь, самому мало. Сено. Ну, я бы, с одной стороны, продал, с другой стороны... А, погодите, это купить сено. А вот, вы знаете, солому куплю. Так, что продать ему, да? Дерьмище не продам. Этих не продам. Ну, давайте пару вот этих мясов продам. Все, иди отсюда. По-моему, мне должно сейчас откапнуть с кланом там хорошие отношения. Это ночлег. А, рабочие. Ну, я пока спали не сделал. Хотя сейчас Алинка перекочевал в двуспалку с этим своим орлом, да? То есть 2-2 это 2 спальни и 5 человек без спальни. Не, что-то как-то... 3 человека без спальни. Гостя можно пустить, можно рабочего пустить. Но я подожду. Оставлю пока как есть. Что у нас тут крыша-то делается? Крыша делается, но крыша делается странно. Ну, хаотично, как всегда у них. Так, не закончили, однако. Фло, ты что делаешь? Пробежала. Давайте закончите. Вот тут осталось 3 штуки всего. Симон тоже что-то прекратил. Наводить порядок. Не знаю почему. О, ягоды посадили. Молодца. Так, гостей нету. А, наемного рабочего, не знаю. Давайте приютим наемного рабочего. Знак скрыт. Знак открыт. Доска вакансий. Еще кого-нибудь захомутаем в наши это мрачные места. Мордор заманивает людей. Так, что по грибобасам? Грибобасов немного, а неплохо бы. О, грибов-то. У-у-у, грибов-то. Отлично. Просто сушеные грибы – это залог сытой зимы. Умиляет мне надпись грибов на 4 дня, там 250 грибов и еды. У меня вся еда – это грибы. Да. Но, с другой стороны, рыбы действительно не навалом. Вот. Сырой рыбы много. Ну как много? 30. Не так и много. Она не совсем рыба же. Ее вялить нельзя. Кто рыбу на пол набросал? И Фло куда-то понесла ее. На склад не будет. А, я даже не знаю, куда она понесла, она куда-то сунула. Ладно, неважно. Мне кажется, у меня готовка еды просто стоит и не шевелится. Хлеб. Ну и чтоб хлеб, надо зерно. А чтоб зерно, надо понять, сколько его у меня. А сколько у меня зерна? Я не знаю, вот в этой штуке-то нет ничего. Карта воды, карта удобрений. Карта погружения. О! Я могу убирать оттуда, как туда могу добавлять.
обойти очередь. Включено. Открыть чертеж. Нет. Ну как? Я сюда хочу поместить. Я как убрать, я понял, правой мышкой. А как добавить? То есть я бы другие предметы туда поместил, чтобы следить за ними. Непонятно, как на эту панель добавлять. Тут что есть, тут ничего нет. Ну и понятно. Имущество. Оп. Кувшин со льдом, здорово. Что произошло? Ничего не произошло. Так, в шестеренке я ничего не могу сделать. Перетащить? Не перетаскивается. Непонятно. Непонятная шляпа. И главное, поубирала, как вернуть. Ну ладно. Я поэтому убирал не самое ценное. Так, что по живности? Все на подстилках. Молодцы. Что делаем? Симон что-то там мутит. Слушайте, рыба лежит тут в камине. Ну офигеть. Вы что, готовить их там, где придется, что ли? Так, Симон намутил, по-моему, соломы. Кстати, во всех каминах рыба лежит. Но я не могу запретить готовку в каминах. Вот в чем дело. Так, ванны там. А, сюда еще не надо поддон для воды. Туда на самом деле тоже, но я боюсь захламить. Right. Поэтому... Давайте пока без. Ну тут, в принципе, процесс идет. А, еще не посадили, но ягоды есть для этого. Прекрасно. Так, Алинка там рыбу жарит вовсю. Это хорошо. В принципе, охоту еще живем, да. Имущество. Семена овса. Семена травы. Блин, куда бы деть их... Овес я пока не буду перемалывать, я могу перемолоть его, но не буду. Быстро портится. Ага. Пища. Так прямо жрете, что ли? Похлебка. Много всего надо, сложное блюдо, да. Просто овса мало, а неплохо бы посадить еще овса. Нет, тут овса тут. Туда. Ладно, соберут. На второй урожай, я думаю, хватит. Соберут, посеют. И тогда остатки я дам отмашку смолой. Мне кажется, вот так хорошо будет. Так, бяшку подай. Или это коза? Ты кто? Коза. У меня бяшки, козы. Причем бяшка без пары и свин без пары. И что-то коза. Свин тоже коза. Блин, мне нужны торговцы. С козлами и хряками. Имущество. Кстати, небольшое имущество какое-то. А, это пища. Льняного волокна просто валом. Стебли льна. Все не обмолачивается. Солома. Сено. А, овес, где в этом великолепие? Нету? Свежая шерсть. Орудие. Ну, с этим понятно.
шматье. Мешковин, от мешковины надо уходить. А спроса выключено. Да. Ну, износите. Все будет. О, кто-то идет. Путник, путник. А, надеюсь, найду, куда вас упаковать. Маэстро сделал крышу над дверью. Молодец, маэстро. Так, ладно, что у нас по лежбищам? Пара. Ну, короче, две пары по своим будут. Четыре тут. И одно место свободно. То есть одна вот к путнику могу принять. Ай-яй-яй. Ладно. Джоан. Давай, принята. А второго-то разверну. Можно сразу. Сразу уходи, чувак. Нет места. Ну нет. Мы только ванну заканчиваем. А Джан принесет свое баблище. Так, ягоды все извели. Посадили довольно много. Тут еще не убрали до конца. Хорошо. Ну, прям жизнь кишит. Так, мелких пока не вижу. Ладно, этот процесс не быстрый, я так думаю. Ну, да, Джоан на дудочке там наяривает. Так, а теперь на волынке, правильно. Или тоже на дудочке. Что у меня тут лежит? А, убежала уже. Так, флоу купаться. Блин, воды бы носили, засранцы. Купаться все гораздо, а воду носить никому не заставишь. Эти два довольные веселятся. Ну, я поднял уровень жизни, видите. Они все довольные, все у всех хорошо. Так, ну видите, две семейные пары у нас по комнатам уже разобрались. Вот тут еще одна может. Семейная пара разместится, и все. Надо крышу. Так, змей что, решил там заночевать? В обменку с курицей, что ли? Не похоже. Ну ладно. Ну что, все довольны. Единственное, что, конечно, комнатки маловаты, а у меня нет пожаробезопасных светильников. Это да. Я не могу светильники поставить. Увы. Вот тут, в принципе, могу. Но это что-то сомнительно. Нет, ну я могу корзину к кровати передвинуть максимально вот на эту стену светильник фигануть. Но если кто-то разбросает одежду, это все, это финиш. Хотя можно бахнуть шкаф бельевой. Какой кот пришел. Котяра, иди оттуда. А шкаф у нас пожаробезопасный ли? Нет, не кладовка, а гардероб, по-моему. Где гардероб? Гардероб. Воспламеняемость средняя, ну то есть может. Так, а тут можно заявить не топить? Ну можно. Но не нужно. Созданные вещи сразу на склад. Тут это хорошая штука, кстати. Чтобы сразу на склад носили. А это во всех можно задать? Я думаю, да. Нифиг разбрасывать. Ну, во всех так надо. А, вот у меня тут лежбище-то. Ну да. Запасная койка спасла маэстро. А тут никто не ночует. А почему? Ну, видимо, мог и там. То есть я на самом деле мог еще одного человека, но мышь пришла к этому Кире.
Ну, я так буду потихоньку на склад. Все это командовать, что на склад относили. Так, а что я сижу? Скорость прибавить. Все довольны, обратите внимание. А сначала там темно. Все плохо. А теперь все хорошо стало, да? Прижились. Ну, кто-то с утра моется. Так, ну меня в основном интересует, как будут сейчас... строить крышу дальше, потому что мне надо со зданием разбираться. Так, все, это ушло. Нет, бездельничество. Ну, короче, уйдет сейчас. Гости, они сутки живут. Так, живностям все обеспечено. Вот раз змей пошел почему-то. А так обычно они не ходят, ни хрена не делают. Да? Дохлый кроль. Я им всем поднимаю спрос на них. Одежду набросали тут. Да, сосранцы. Так. Ну, слушайте, гардероб, мне кажется, больше, чем это корыто, да? Давайте потихоньку порядок наводить с этим всем. Давай сначала сюда. А сюда мы поставим гардероб. Гардероб. Только что ж видел. У елки. Понял. Гардероб не про вас. Размерчик-то, а? Не детский. Верните, пожалуйста. Гардероб не пойдет. Хрена себе. Обратно принес. Гоняет, говорит, туда-сюда. Вот тут раскидано все теперь. Ну ладно. Да, с гардеробом не сложилось. Мест нету. Не, ну гардероб у меня где-то тут стоит. Вот он. Пустой. Потому что далеко. Но гардеробную комнату я тут делать не буду, уж извиняйте. Вот я сюда могу вкрячить гардероб. Это да. Вот если у меня цивилизованные люди, что с гардеробом. А давайте попытаемся. Ну ладно. Я не понял, почему левее нельзя, но, видимо, как-то окно мешает. Соответственно, я так подозреваю, вот в этой комнате тоже можно гардероб сгорячить. Ну, ок. Кусок каменной стены втесался сюда. Так. Стоп. Ко мне кто-то шел, кто-то ушел. А, это ушел этот. Путник ушел. Вот это все собрать, это, конечно, охренеть. Набросали. То есть мне нужен специальный человек, который будет в основном собирать ходить все. Стемнело. Это ночь. Ну я там свет никак не сделаю. Давайте вы зажжете. Постоянный огонь. Выключить. Пусть постоянно горит. Комната без окон. Там темно и страшно. Тут, кстати, тоже без окон, но почему-то не темно, потому что, видимо, окошко есть в соседнее помещение. А в соседнем помещении почему не темно? Я не знаю, почему в соседнем помещении не темно. Ладно, пусть горит постоянно. А тут хоть кто-то все собирает, нет? Камин зачем-то? Ну ладно. Похоже, никто это не собирает. А, нет, вон Фло собирает. Молодец, Фло. Еще одного надо на сбор валяющегося. Вы прям на сбор валяющегося.
не прям складирование поставить первым. Потому что Флох, конечно, старается, но у нее не очень хорошо получается, потому что она одна. Бревна, 27, пойдет. А хвороста опять нет. Да у меня даже порубка деревьев задана. Но не успевают. Ничего не успевают, опять людей не хватает, рук не хватает. Все бегают, но не успевают. Ну тут хоть как процесс с вереском идет. Сено овер до хрена, если чё, перезимуем. Ты чё? Симон голожопый бегает. А чё, одеваться не надо, настолько жарко. 27 градусов, в принципе. Очиститель шерсти давайте. Создайте. Надоели. Я понимаю, что тут в стройку все упоролись. Но все-таки. Но кроватка на складе, это, конечно, песня. Курица родилась, хорошо. Там у меня скоро все эти овцы. Овцы, ладно. Кстати, они не плодятся, если что. Коза в обозримом будущем отъедет. Лен вымачивается. Все закидано. Все закидано просто. Ну, все бегают, все при делах, но при этом ничего не происходит, да? Больше народу по хозяйству, меньше народу на стройках. Как-то так. Но тем не менее, вот смотрите, раз, два складированием занимаются. Но что-то количество одежды в коридоре не уменьшается. А надо бы. И веток мало. Ну ладно, если я сейчас подожду их загружать, работает. Мне кажется, будет все хорошо. Там шкура квасится, все прекрасно. Тут тем сделали. Молодца. Так. Двуспалочку мне, пожалуйста. Ну хреново тут с двуспалочками. Вход немножко не оттуда. Большой вопрос, надо ли? Ответ – надо. Так. И давайте тут просверлим окошко в стене. Может быть, светло будет. Если пойдет, тогда и в этих буду делать. Давайте, кроватку-то надо прям бомбой. Так. Кого-то там разделали, это хорошо. Ну, натаскивают, молодцы. А вот тут никто не строит. Досок нет, потому что. А досок нет, потому что деревья никто не рубит. А деревья никто не рубит. Никто не рубит. Так, сейчас посмотрим. Вот он. Ты только не уходи. Окно прорубил. Светло не стало. Но здесь я светильник не могу поставить. Потому что тесно. Загорится нафиг. То есть если я сделаю... Вот так, видите? Тут и кровать попадает, и корзина попадает. Постоянный огонь. Дежурный огонь. Тут, кстати, тоже лучше постоянно. Все. Это же освещение у нас.
Но мне кажется, через окно, ну, должен быть свет, мне кажется. Что ж ты, в солому-то все упор... Ну-ка, о, строит, молодец. Орел, там гвозди остались. Гвозди у нас есть. Куда пошел ты? Гвозди здесь лежат. Понятно. Веток взял. Зачем тебе ветки? Камин топить. А, нет, туда ветки. Нормально. Тогда хорошо. Темная конура. Шматья у меня что-то прям валом. В корзину мало влезает, да. Ну, чуть-чуть осталось. Все, полоса закончена, тут что-то будет расти. Кувшин оставил засранец. Так, а мы овес сделали. Имущество. Еда. 250 овса, поэтому можно отдать отмашку, чтобы сколько-то смолоть. А сколько-то смолоть, давайте. Ну, наверное, тогда. О, тут уже опять убирают. Или это что-то не убрали? Хрен поймешь, да? Надо снижать на них нагрузку моими приказами. Угу. Чтобы они успевали по хозяйству шуршать. Ну что, все флаги развернуты, еще ко мне никто не идет. Да, и навыки, кто-то у нас тут лес рубил. Кого можно отвлечь? На рубку леса. А вот маэстро, он вполне не против лес порубить, но он в стройку. Алинка, охота, ее не трогаем. Охота, готовка. Змеи заняты. Это собирательство, самый собиратель у нас. Эти тоже, в принципе, в пределе. Блин, мне еще человека надо. Змей от своих фикусов никак не отойдет. Давайте мы... вообще Элизу, по идее, бы. Давайте змею повыше поднимем. Вот так. И вот так. Может, будет хоть изредка заниматься. Там еще вот кто, а кто обслуживанием занимается? Растопка каминов всем таким. Это как, какой опять-таки навык? Там нет такого навыка. Хендлинг вот этот вот. Это собирательство. Ремонт. Черт его знает. Просто у меня в некоторых комнатах, видите, темень какая. Они без окон. Там темно. Иди в темноте помойся, да. Ага. Свет говорит, нет, страшно. Так ты включи. У нас все есть. И немытая пошла. Вот так. Ай, в ванной страшно, там бабайка живет. Кто так делает? Кто так ночует? Маэстро все, поселился на складе. Это что, твоя кровать? Не закреплена, а что ты там спишь? Ну ладно. В принципе. Дело личное, мог бы тут. Он на складе там, в одиночестве. Бомжует. А так в компании хорошо. А, рыба жарится. Всю ночь. К утру сгорит. День 83. Лето, рассвет. Ну что ж, господа, давайте на этом тогда останавливаю. Жмите, пишите. До новых встреч.